Потому что самым большим испытанием на пути мужчины в этой жизни является женщина. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, это не мои слова, это слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Как передается в хадисе Усама ибн Зейда, да будет доволен им Аллах, он сказал, я не оставил после себя худшим испытанием для мужчин ничего, кроме женщины. Кто-то может подумать о себе, что он такой герой, его жена работает среди мужчин на фирме и говорит, я устроил свою жену на работу, мне полно мужчин, и что она у него такая благочестивая принцесса, что она не может согрешить. У меня столько историй, и если я сейчас начну их рассказывать, вы просто поразитесь. Самое великое испытание — это что? Это женщина на пути мужчины. Поэтому вам необходимо уберечь себя от 100 ударов плетью. Не один, не два, не три, не четыре, а от 100 ударов плетью.